И вновь к главной теме выпуска. Олег Николаев провел экстренное совещание правительства республики. Были обсуждены вопросы реализации беспрецедентных мер, озвученных в обращении президента страны Владимира Путина к россиянам из-за ситуации с коронавирусом. На это из федерального бюджета будут потрачены огромные средства. Главное, подчеркнул в РИО главу Чувашии, в короткие сроки они должны уйти по назначению.